Ва кунджа вихари. Гопи джана валаба гиривардхари. Джая гопи джана валаба гиривардхари. Яшода нандана враджа джана ранджана. Яшода нандана враджа джана ранджана. Ямуна тира ваначари. Ямуна тира ваначари. Джайо Радха Мадава Кунджа Вихари. Джая Гопи Джана Валаба Гиривардхари. Джая Гопи Джана Валаба Гиривардхари. Яшода нандана враджа джана ранджана. Яшода нандана враджа джана ранджана. Ямуна тира ваначари. Ямуна тира ваначари. Джайо Радха Мадава Кунджа Вихари. Джая Гопи Джана Валаба Гиривардхари. Джая Гопи Джана Валаба Гиривардхари. Яшода нандана враджа джана ранджана. Яшода нандана враджа джана ранджана. Ямуна тира ваначари. Ямуна тира ваначари. Джайо Радха Мадава Кунджа Вихари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари.
Krishna, 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 Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Шрила Прабхупада ки, Санкиртана Ягья ки, Нитай Гоура Премананды. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате
Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 13, потомки Друва Махараджи, текст 12. Сарвитхир ватсарасьешта, сварвитхир ватсарасьешта, барьясута шадатмаджан, Барьясута шадатмаджан, Пушпарнам тигмакетумча, Пушпарнам тигмакетумча, Ишамуджам васумджаям, Ишамуджам васумджаям, Сварвитхир виватсарасьешта. Барьясута шадатмаджан, Пушпарнам тигмакетумча, Ишамурджам васумджаям, Сварвитхир ватсарасьешта. Барьясута шадатмаджан, Пушпарнам тигмакетумча, Ишамурджам васумджаям. Сарвитхир ватсарасьешта, Барьясута шадатмаджан, Пушпарнам тигмакетумча, Ишамурджам васумджаям. Сварвитхир ватсарасьешта, Барьясута шадатмаджан, Пушпарнам тигмакетумча, Ишамурджам васумджаям, Сварвитхир ватсарасьешта, Барьясута шадатмаджан, Пушпарнам тигмакетумча, Ишамурджам васумджаям. Матаджи. Сварвитхир ватсарасьешта, Барьясута шадатмаджан, Пушпарнам тигмакетумча, Ишамурджам васумджаям. Сварвитхи, Сварвитхи, Ватсарасья, царя Ватсары, Ишта, любимая, Бхарья, жена, Асута, родила, Шат, шесть, Атмаджан, сыновей, Пушпарнам, Пушпарну, Тигмакетум, Тигмакету, Ча, а также Ишам, Ишу, Урджам, Урджу, Васум, Васу, Джаям, Джаю. Перевод и комментарий его божественной милости Бхактивиданты Свами Шрилы Прабхупады. Сварвитхи, любимая жена царя Ватсары, подарила ему шесть сыновей: Пушпарну, Тигмакету, Ишу, Урджу, Васу и Джаю. Комментарий. Жена Ватсары названа здесь Ишта, то есть достойное преклонение. Это значит, что она обладала множеством достоинств, была верной, любящей и послушной женой. Кроме того, она была идеальной домохозяйкой. Когда оба супруга наделены прекрасными качествами и живут в согласии, у них рождаются замечательные дети,
И в их семье царит мир и благополучие. Омагьянти мирандасья генанчана шалакая чакшурун милитам ината смайши гурвинамха ши читани манавиштам стапитани набутали своям рубага дамая дадати свабадатику ванча калпадарупьяшча крипасингхапьевача патитанам паванепьева вайшнавепьева намонамха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададхар Шивасади Гаура Бхакта Вринда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам Рама Рама Хари Хари Сарвитхирва царисишта барья сута шадатмаджан пушпарнам тигмакетум ча и шамурджам васум джаям. Сарвитхи, любимая жена царя Ватсары, подарила ему 6 сыновей: Пушпарну, Тигмакету, Ишу, Урджу, Васу и Джаю. Здесь говорится о семейной жизни в сознании Кришны. Тема такая сложная в наше время, довольно противоречивая. Люди сейчас разучились строить отношения. Здесь говорится, что раньше люди умели строить отношения. В основном здесь Шрила Прабхупада в комментарии делает упор на женщину, на жену, написывает ее качество. Она обладала особыми качествами. И на самом деле здесь речь идет о потомках Друва Махараджа. То есть это преемственность, это традиция, это определенный род, родовая связь. Считается, что если в роду нет ни одного святого, то такой род проклятый. Если есть хотя бы один святой, уже хорошо. Он может спасти многих. Один ребенок, например, в сознании Кришны может очистить поколение, несколько поколений. Зависит от того, насколько он могущественный. Если чистый преданный, может сотни поколений очистить в будущем и в прошлом за счет своих качеств. И знаете, наоборот тоже. Если не святой, если кто-то не святой или в роду много не святых, то это как бы дурная традиция, очень тяжелая традиция. Она тоже передается из поколения в поколение. Карма ухудшается. И Кали-юга — это когда собрались все грешники, так сказать, с очень тяжелой кармой, все вместе. И они поддерживают эту традицию, как бы греховную традицию. Это тяжело. Но на самом деле семья означает передача хороших традиций или создание хороших традиций. Ее можно создать, эту традицию, сохранить нужную эту традицию и передать ее, чтобы она передавалась из поколения в поколение. Очень важно. На этом держится как семейные ценности. Если там нет традиции, то она не держится, эта семейная жизнь, она рассыпается. Поэтому важно уметь создавать хорошие традиции, ценности, вкладывать их. Не просто материальные, потому что материальные, ну они же приходят и уходят, разве их накопишь много? Даже если накопишь, можно потерять. Но духовные ценности – это то, что важно. Например, каждый из нас в прошлом был кем? Ну, ребенком. Мы все родом из семьи. Даже святые люди тоже родом из семьи. То есть даже святые люди приходят в этот мир через мужчину, женщину, через эти отношения. Например, Шрила Прабхупада, он родился в семье преданных. И что он запомнил больше всего? Это отношение его отца. Как отец его относился к нему. Шрила Прабхупада помнил это. Мы тоже помним. Мы помним, как к нам относились родители, затем мы передаем это также своим будем детям передавать, вербально, невербально, мы просто считываем модель поведения, затем ее передаем. Это происходит даже несознательно, в нас это вложено. Поэтому очень большая ответственность создавать семью, сохранять семью, поддерживать семью, очень важно. Поэтому здесь будет перечисляться вот эта вот преемственность различных сыновей, детей, потомков Друвы Махараджа, поскольку это хорошая традиция. Друва Махарадж был святым. И здесь жена Ватсара – это сын. Ватсара – это сын Друвы Махараджа. Она названа Ишта. Шрила Прабхупада подчеркивает это слово.
Кто заметил, что он означает? Запомнил. Ишта, что означает? Мужчина. Мужчина сразу запомнил. Любимая означает любимая. А Шилапрабхупада еще переводит в комментарии «достойное поклонение». В пословном переводе «любимая», а в комментарии «достойное преклонение». То есть обладает особыми качествами. Оказывается, очень многое зависит от того, как женщина она ведет себя, потому что она сохраняет отношения, поддерживает отношения и в то же время может разрушить отношения. То есть она способна на это. Мужчина, он не эксперт в этих вопросах. Он не эксперт в этих вопросах, он как бы проще немного устроен, но он реагирует на поведение женщины, на ее психологию, на ее качество. Но если она достойна поклонения, то ее называют любимой. Мужчина сразу же чувствует к ней любовь и проявляет все свои лучшие качества по отношению к ней. Здесь Шрила Прабхупада перечисляет, какими она обладала достоинствами, очень важными. Она была верной, любящей и послушной. Это сложно в наше время найти такие отношения, вот, например, чтобы женщина была послушной. Потому что в этом материальном мире каждый имеет одну извращенную природу. Каждый, и мужчина, и женщина, все здесь играют роль, знаете, кого? Пуруши. Пуруша означает мужчина. И женщина-мужчина, и мужчина-мужчина. А на самом деле мужчина – это Кришна. Поэтому это все извращенное подражание положению Бога в материальном мире. Никто не Пуруша, кроме Бога. Каждый из нас по отношению к Богу, он слуга. Но все здесь играют вот эту вот искаженную роль, как бы не свойственную себе, не свою, поэтому они теряют свою собственную природу. И поэтому это вызывает конфликт, противоречие. И тот Пуруша, и другой Пуруша. Даже иногда женщины сражаются за то, чтобы их называли Прабу. Есть такое. Потому что Прабу, 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 Прабу. Ну, есть такой менталитет, есть такое, как сказать, направление в этом мире. Оно на Западе в основном. Феминисты, феминистки, феминисты, не знаю, такое вот настроение, как бы за освобождение полов. Мужчины иногда требуют защиты, и женщины требуют защиты друг от друга. Женщины ищут прибежище иногда за то, что их обижают мужья в семьях, но мужья тоже ищут защиту. Есть специальные центры для мужчин, которые спасают их от женщин. То есть те и другие пуруши, наслаждающиеся. Поэтому они предъявляют много претензий друг к другу, вынуждены сражаться, поэтому противоречие. Я просто много путешествую, и ко мне часто люди приходят с этими вопросами. В одном городе пришла женщина, мне предупредили, что она не преданная, но вот хочет обратиться к преданным за помощью, потому что, говорят, у вас знания есть ведические, изначальные знания у нас кое-что есть, мы даже опираемся на Бхагаватам. Она пришла поговорить о своей семейной жизни, потому что их семейная жизнь была на грани развода. Не так давно познакомились, но уже были на грани развода. Типичная ситуация, согласны? Типичная. Но она пришла и стала жаловаться, она была такая очень серьезная, настроенная. Она села на стул, посмотрела на меня, говорит, я не знаю, что делать, что я должна делать. Я говорю, просто говорите, рассказывайте все, что у вас на уме, все, что на сердце наболело, прям рассказывайте. И она стала рассказывать, вот он меня не понимает, он меня не слышит, вообще не слышит. И у нее глаза были большие, очень так, с такой верой она это говорила, что он ее не слышит, что много претензий она предъявляла к нему. Какой он вообще? Негодяй, пьет, так, ее не слышит, чтобы она ему не говорила. Говорит, я ему целый год сколько говорила, чтобы починил диван, но не слышит, не слышит. И мне даже стало страшно с ней общаться. Я говорю, хорошо, могу теперь видеть мужа. Она вышла. Из комнаты вошел мужчина, маленький такой, сел тоже на меня, посмотрел такими глазами, говорит, я не знаю, что мне делать. Я говорю, просто говорите, просто рассказывайте вашу версию вашей семейной жизни. Во-первых, вы любите свою жену? Она у вас любимая здесь вот, достойное поклонение? Говорит, да. Я говорю, люблю ее, но она, говорит, меня не слышит. Она, говорит, меня не слышит. Я не знаю, почему, я ей говорю, но она меня не слышит. Ну как же так, вы оба друг друга не слышите. И он стал рассказывать свою версию, говорит, она на самом деле не дает мне любви. Говорит, я прихожу иногда с работы, уставший, хочу, так сказать, с ней общаться, как-то, чтобы она улыбалась, меня встретила, а она меня ругает, говорит, ты иди руки помой.
Вначале ты весь грязный, фу, иди, иди вот туда, вот, руки мой. И на столе ничего нет, не накрыто, мне очень тяжело, но я ее люблю. Говорит, я готов терпеть. Я говорю, так кто хочет развестись-то? На самом деле ни один, ни другой не хотели развестись, но не могли найти общий язык, не слышат. Не слышат друг друга. Тогда я позвал снова женщину, говорю, послушайте, есть, я вас научу языку любви. Здесь говорится, Прабхупада говорит, что оба супруга, если наделены хорошими качествами, то что у них получается? Живут в согласии, появляются дети, хорошие дети. И я объяснил, что оказывается, если женщина, она, например, не склонна слушаться мужчины, очень трудно родить детей, очень сложно, потому что вся ее физиология в этом случае, она как бы противостоит мужчине. Она должна как бы послушаться, подчиниться, это встроено в ее тонкое тело, у нее должно настроиться это тонкое тело, они должны сонастроиться друг с другом, потому что их тонкие тела должны быть общим, одним целым. Муж и жена – это одно тонкое тело, одно целое, их нельзя делить. Муж и жена – это тонкое тело, общее. И вот у женщины есть сильные стороны, у мужчины сильные стороны. Сильная сторона мужчины в том, что он ставит цель, высокую цель. И он ведет к этой высокой цели. Он не должен жить семейными ценностями, просто только семейными ценностями. Чуть-чуть больше у него должно быть ценностей. А вот женщина должна поддерживать внутреннюю сторону жизни. И я объяснил, что вы должны найти язык любви. Я слышал, один христианский проповедник, он объяснял, что вот есть разные языки любви, но у нас тоже мы, например, знаем принципы дадати, давать дары, принимать дары. Это язык любви. Но бывает, что мы говорим на разных языках. Например, женщина, она ведь по-другому устроена. И если она, например, получала общение со своим отцом, он научил ее определенному языку любви, например, дарил подарки, то если ее муж не будет ей дарить подарки, она скажет, он меня не любит, не дарит подарки. Он говорит, ну как же, ну я тебе не даю подарки, но я тебе говорю всегда о любви. Он говорит, нет, говорить мало, нужно дарить подарки. А для кого-то, например, язык любви – это именно слова. И так бывает, что мужчина говорит, ну я же столько для тебя делаю. Я для тебя вот на работу хожу, все, деньги приношу. Она говорит, ну и что? Но ты мне никогда не говоришь о том, что ты меня любишь. Ты должен говорить. Я думаю, вот и ее язык любви. У него тоже свой язык любви. И так их 5 языков любви. Например, слова. Хорошие, добрые слова. Первый язык любви. Важный. Потому что мы общаться должны, разговаривать. То есть в слова также нужно вкладывать правильные понятия, нужно прояснить, что вкладывает в то или иное слово ваш спутник жизни. Потому что бывают разные понятия вкладываются в эти слова. Он, может быть, сказал что-то комплимент, а вы подумали, что это оскорбление. Или наоборот. Нужно выяснить еще, что у него за система ценностей и какая у вас система ценностей. Постепенно вы нужно найти, так сказать, общий язык, чтобы жить дальше. Это занимает какое-то время. В ведические времена это решалось проще, родители просто сонастраивали своих детей заранее. Они смотрели на их характер и смотрели, чтобы характер, главное, сошелся, а потом уже любовь приходит. Вначале люди женятся, а потом влюбляются. То на Западе, наоборот, вначале влюбляются, потом женятся, а потом выясняют отношения. Долго-долго, и развод почему-то происходит. Ненадежно. Не так слова, это язык любви. Нужно уметь их произносить правильно. Особенно мужчины должны учиться этому. Второй язык любви может быть подарки. Давать дары, принимать дары, мы знаем. Это наш принцип тоже. Третий язык любви может быть, например, время. Женщина может обвинять мужчину, что он не тратит совершенно на нее время. Он всегда на работе. А как же я? Ты на меня мне не уделяешь времени. Так тоже бывает. Как один ребенок в семье, он попросил у папы деньги, у мамы деньги попросил, спрятал их под подушку, он стал накапливать. И когда папа спросил, а зачем ты столько денег, на что ты их прячешь, что ты хочешь? Утаил от родителей. Говорит, папа, я просто хочу купить у тебя немного свободного времени, он сказал. Я хочу купить тебя на выходные, сколько тебе на работе платят, что ты всегда там. Я тебе заплачу больше твоими же деньгами. То есть иногда детям не хватает тоже этого. Но время, на что мы тратим время? Например, Кришна тоже реагирует на это. Насколько мы понимаем его язык любви? Тратим ли мы на него время или мы тратим на что-то другое время? Сколько времени мы тратим на Кришну?
Это признаки любви. Сколько я назвал? Три. Четвертый какой может быть? Еще. Что может быть еще? Забота. Их на самом деле может быть очень много этих языков. Касание также язык любви. Касание тоже язык любви. Оказывается. Человек, он живет вот этими сенсорными чувствами. Если ребенка, например, недостаточно держит на руках, он потом не вырастает достаточно эмоциональным, очень тяжело. Поэтому важно ребенка держать на руках, прикосновение. Потом преданные, они тоже соприкасаются друг с другом, например, обнимаются. Мужчины с мужчинами, женщины с женщинами. Но муж и жена могут также поддерживать такие отношения. Например, мужчина должен касаться головы своей супруги, жены. Знаете об этом? А жена, знаете, что должна чего касаться? Стоп. И тогда, знаете, баланс хороший. Когда мужчина касается головы женщины, то ее энергия поднимается вверх. Она одухотворяется, как бы касания бывают разные. А когда она касается его стоп, то ему хочется сразу ее благословить. Возникает уважение, платформа уважения. То важно уметь разговаривать также на платформе, на уровне уважения. Например, «вы». Использовать слово «вы». Кажется, что оно поддерживает дистанцию, а с другой стороны, это поддерживает уважение. Когда вы на «вы» обращаетесь друг к другу, то очень сложно поссориться. Попробуйте поругаться на «вы». Это же трудно. Как вы поругаетесь на «вы»? «Вы негодяй». Звучит приятно. Правда же, приятно звучит. Даже если вы ругаетесь, но на «вы» это очень культурно звучит. Аристократично. Браманический стандарт. Иногда «ты», но лучше «вы». «Вы» – это некая такая дистанция, уважительно, приятно звучит. Людям это нравится. Говорится, что женщина должна так на своего мужа смотреть, как бы как на божество. Когда она так к нему относится, он становится таким, в нем пробуждается героический принцип. Он становится героем и хочет защищать свою супругу. И я объяснил также этой женщине еще кое-что. Я сказал, что смотрите, вот вы с ним общаетесь, не находите общий язык, но вы должны знать 5 ролей. Хорошая жена, вот такая вот самая, Ишта, она знает 5 ролей. Вы тоже их, наверное, наверняка слышали. 5 ролей. Например, иногда она должна быть мамой. Иногда она должна быть кем? Сестрой, дочерью. Кем еще? Возлюбленной еще? Подругой. Она должна быть, ну, знаете эти 5 ролей? И вот я объяснил этой женщине эти роли, объяснил ей, как она должна это делать. Я говорю, вот вы, например, с какой роли вы просили своего мужа починить диван? С какой роли? Она, знаете, просила из такой роли начальницы. Сколько можно ждать, когда ты починишь этот диван? И я говорю, знаете, естественно, возникает у мужчины сопротивление, потому что мужчина по психологии не любит подчиняться женщине. Даже мальчик. Даже маленький ребенок, маленький мальчик, если мама ему что-то говорит, он сначала что делает? Какое слово говорит? Нет. А потом да. Но сначала он скажет нет, потому что исходит это от женщины. Он должен сказать нет женщине, иначе он превратится сам в женщину. Поэтому он пытается сохранить свою мужскую, так сказать, природу. Поэтому он немного сопротивляется женскому началу, чтобы не подчиняется ей. Сопротивляется, даже маленький мальчик. Иногда мамы жалуются, говорят, ну что ж такое, он меня не слушается. Ну, значит, папу теперь будет слушаться. Мама подчиняет по-другому, любовью. Я говорю, поэтому попробуйте сказать своему мужу по-другому, как нужно починить диван. И я их попросил обоих войти в комнату. И затем сказал, а теперь вот разговаривать, я вам раскрыл секрет. Вот 5 ролей, как вы сейчас будете разговаривать? Они так смотрели друг на друга, стали поглядывать, так улыбаться, что-то начало доходить. Но женщина опять начала, знаете, с той же позиции. Она стала ругать его, он стал оправдываться, он превратился в ребенка. И говорит, стоп, попробуйте по-другому сказать, с позиции, например, вот дочери. Как бы сказала дочь, почини папа диван? Как бы она сказала? Он как слабая попросила, я, говорит, не могу, ой, смотри, что произошло с диваном, я не могу его починить, я даже молоток не могу удержать, смотри, у меня из рук вываливается, я сама не могу. И он тут же скажет, ну-ка, дай, я сам, вот как надо. У меня сразу появится героический принцип, понятно? Ясно, что это произойдет. Но если вы сами хватаете молоток, то мужчина чувствует себя как?
не в своей тарелке. Он думает, я не в свой дом, что ли, попал? Он хочет уйти, потому что тут как бы доминирует женская природа, но в настроении Пуруши. Как бы это еще один мужчина, что ли, соперничает. Так вот, мужчине нужен еще один соперник внутри дома. Соперников ему хватает, потому что женщина должна понимать вот эту вот тонкую природу, тонкую психологию мужчины. Это важно для духовной жизни. В сознании Кришны это решается как? Ну, у нас есть общая цель, есть Кришна, есть алтарь в доме, есть определенные традиции, которые важно поддерживать. И женщина должна помогать мужчине двигаться к его духовной цели. Тогда все легко. Прабхупада говорит, если люди в сознании Кришны, у них развода не будет. Даже если они несовместимы по природе. Все равно будет все хорошо, все равно будет совместимы. Если люди разводятся в сознании Кришны, значит, у них нет сознания Кришны. А как в сознании Кришны можно развестись? Если есть сознание Кришны, как можно развестись? Никак. Само сознание Кришны – это принцип семьи. Поэтому главная санга, для, например, по крайней мере для жены, для женщины – это ее семья. Вот это и есть ее главная санга. Это очень важно – воссоздать семью. Если нет такой своей семьи, то у нас есть общая семья, например, общество преданных, здесь все отрегулируется. Но главным образом нужно поддерживать именно семейные традиции. Для женщины это очень важно, потому что она должна быть замужем, это ее природа, идти за, как бы замужем. Ее ум будет спокоен, если она замужем, и если у нее достаточно детей. Если детей недостаточно, ум ее не будет спокоен. Здесь вот как минимум 6 перечислено сыновей, но я слышал больше. Бывает больше. Слышал, 100 сыновей рождается иногда в семьях царей, цариц. Не удивляйтесь, раньше люди были могущественнее, они могли рожать много детей. И женский ум успокаивается в присутствии детей. Если детей нет, он будет беспокоен. Все может решаться именно просто. Иногда женщина думает, что какая-то есть проблема, что что-то еще. Но на самом деле просто может быть недостаточно детей или недостаточно общения с детьми. Это важно. Чтобы были в семье, дети в сознании Кришны. Шрила Прабхупада этого хотел. Потом здесь он немного уделяет этому внимания. Но в Бхагаватам достаточно таких примеров. Много их. То есть это не противоречит сознанию Кришны, принципу сознания Кришны. Наоборот, это очень хорошо для семейных людей. И важно, чтобы женщина также поняла свою мистическую силу. Иногда она не хочет быть домохозяйкой, здесь говорит Шрила Прабхупада, что она еще была идеальной домохозяйкой. Иногда спрашивают, ко мне подходят или пишут письма. Бывают такие интересные вопросы, весьма странные даже, я бы сказал. Например, одна женщина, она живет в семье, у нее муж, все хорошо, есть дети, но детей двое, она не успевает все делать по дому. Она говорит, что же мне делать? Может быть, мне, говорит, нанять эту няню, что ли? Мы будем ей платить деньги, она будет убираться и будет водить детей в детский сад, а я буду всегда чистенькая и любимая. Буду чистая, красивая, отдохнувшая. Так мне мама советует. Но простите, что это за женщина, если она существует отдельно от своей кухни, от своего дома, от своих детей? В чем тогда ее женская природа? Это все равно, что мужчина без работы, без дела. Если у мужчины нет дела, нет миссии, то он не может проявить свой потенциал. Но если у женщины нет кухни, нет дома, нет детей, она просто чистенькая и красивая, тогда она лишена на самом деле своих лучших качеств. Потому что в кухне сокрытая мистическая сила, в доме сокрытая мистическая сила, это все ее пространство, ее сила, ее возможности, ее потенциал. Как же ее лишить этого? Это все равно, чтобы у птицы отобрать крылья, как они будут летать тогда. Это очень важно для нее. Поэтому в этом случае она просто еще хуже, она деградирует еще быстрее, она начнет, в ней пробудится лень, она будет деградировать. Поэтому для женщины дома это ее спасение, он поддерживает ее аскезу. Для мужчины работа или миссия – это аскеза, и поддержит его положение, его силу. Поэтому важно поддерживать эти традиции, потому что легко можно уйти в невежество, это гарантированно. Что нужно, чтобы попасть в невежество? Как достичь гуна невежества, скажите? Никак, все просто. Если ничего не делать, вы уже в невежестве, все. Достаточно просто ничего не делать, и невежество, оно сразу придет. Оно тут как тут. Причем оно приходит очень незаметно, это называется обусловленность. Человек обуславливается и не замечает этих вещей, он не замечает, как пришло невежество. Оно просто стало традицией.
Оно становится традицией легко. Иногда мы ходим на санкиртану по квартирам. Иногда, когда это происходит, я вижу, в каких домах живут люди, как тяжело. Там такой, тамас. Практически везде. Практически вы не встретите дом в Гуне Благости или квартиру в Гуне Благости. Почти везде глубокое-глубокое невежество. Грязь, нечистая пища. Все это поддерживается каким-то образом. И когда вы входите туда, вот из этого состояния, из сознания Кришны, в эту атмосферу, вы чувствуете, что, боже мой, как же так можно жить? Но когда вы смотрите на людей, которые там живут, что, какие они? Они в экстазе, они даже не замечают, у них все хорошо. Потому что обусловленность очень трудно отследить. Вы к ней привыкаете. Вы соглашаетесь, например, с этим. Например, они соглашаются с тем, что пол не помыт, что обои не переклеены. Они соглашаются с тем, что кухня нечистая. И когда они привыкают к этому, то это становится их нормой, традицией, и человек деградирует. Если сказать высокий стандарт, например, Шрила Прабхупада, знаете, как проверял, в сознании Кришны преданный или нет? Или в майе. Он заходил, например, в комнату, в дом или в алтарную и проводил рукой по дверному косяку, вот так вот сверху, вот так вот проводил, а потом смотрел, есть, если есть пыль, он говорил, о, преданный в майе. Если пыли нет, ну, понятно, в сознании Кришны очень хорошо. Также алтарь показывает этот уровень сознания Кришны. Если он чистый и идеальный, это значит, что определенный уровень сознания у человека. И это очень важно для семейных людей. Там все эти мелочи очень важны. Они могут разрушать семью. Там очень важно. И женщина, она в этом смысле поддерживает, она чувствует это пространство. Если где-то что-то отклеилось, отвалилось, она сразу требует мужа, чтобы он починил, восстановил гармонию, так сказать. Она его вдохновляет на это. Это ее природа. То есть обусловиться легко, но если нет эталона, не на что равняться, то мы и не заметим, как мы деградируем. Правда же, не с чем сравнивать. Шрила Прабхупада говорил, сравнивать нужно с храмом. Храм – это пример. Затем грихастха, человек, который посещает храм, он смотрит атмосферу храма и переносит эту атмосферу куда? В свой дом. Потому что дом тоже должен быть храмом. Если дом – это не храм, то это становится, как это называется, крепость. А после крепости он становится, знаете, чем? Тюрьмой, а потом змеиная нора или что-то такое, там яд начинает вырабатываться, потому что эгоизм накапливается. Потом для семейных людей важно, чтобы в доме были гости, особенно преданные. Они должны приходить. Потому что когда приходит преданный, приходится все, что убирать, тут помыть, там убрать, привести в порядок все лишнее, и чтобы увидели, какой я счастливый грехаст, как все хорошо. Но на самом деле лучше жить на этом уровне, научиться жить на этом уровне благости. Как моя сестра рассказывала, они живут там в Харькове, в частном доме. Вчера мне письмо написала, говорит, я, говорит, дом украсила, ну, Новый год, и для детей хочется создать хорошие традиции. Потому что Юкта Вайрагья, можно все использовать в сознании Кришны, даже елку нарядить в сознании Кришны. И она все нарядила в сознании Кришны очень красиво, красивую атмосферу. И на окна снежинки вот так вот все красиво сделала. И она заметила, что в знак протеста в соседнем доме тоже повесили снежинки. Говорит, никогда этого, говорит, не делали. Никогда этого не было. Он был такой дом напротив, такой вот он серенький, грязненький. Но я заметила, говорит, как только мы делаем ремонт или сажаем цветы, или вот снежинки я приклеила, смотрю, у них тоже появились снежинки. Почему? Потому что в присутствии таких красивой атмосферы как-то неудобно оставаться каким? Грязным, некрасивым. Хочется сразу как-то подтянуться под этот стандарт. Поэтому кто-то должен поддерживать стандарт, высочайший стандарт. И здесь в Бхагаватам дается самый высокий стандарт культуры, чистоты, взаимоотношений, потому что он связан с Кришной. Кришна – это самое красивое. Все снежинки из него исходят. Все красивое исходит из него. Бхагаватам, Шримад Бхагаватам означает прекрасный Бхагаватам. Кришна или Бхагаван, он прекрасен. Это как бы эталон всей красоты, в нем все красиво. И вот человек должен стремиться к красоте, поскольку красота спасет мир, имеется в виду Бхагаватам. Бхагаватам, когда говорится красота спасет мир, имеется в виду высшая красота Бхагаватам. И вот грихастха, семейный человек, он должен уметь поддерживать это, эту красоту. И женщина, она чувствительна к красоте, она поддерживает это своими качествами, внешним видом также. Идеальная домохозяйка, атмосфера мира, она должна создавать атмосферу мира в доме. Потому что мужчина, он имеет природу такую
активную. Когда он приходит дома, он должен чувствовать покой, умиротворение, которое создает женщина. Если женщина не удовлетворена, чем-то она недовольна, то будет проблема. То сразу же, если женщина несчастлива, все будут вокруг несчастны. Возможно, вы это замечали. Если где-то появляется несчастная женщина или недовольная чем-то женщина, это очень сильно сразу же воздействует мистически на ум мужчины. Мужчина начинает тревожиться, ему трудно. Поэтому он должен уметь поддерживать в себе независимость от женской природы, но делать вид, что любит ее изо всех сил. Она должна так думать, что убеждена быть, что он ее любит, но он должен любить Кришну, он должен быть немножко за пределами магии, женской магии, он должен не поддаваться этому, но должен быть как будто весь подчинен ей. Но если он будет полностью ей подчинен, он станет потопляем. Как только она в него перестанет верить, он тоже в себя перестанет верить. Поэтому он должен верить в себя независимо от женщины. Хотя он опирается на ее любовь, на ее веру, она верит в него, верит в его успех, и он действительно достигает успеха, если женщина в него верит. Цветы – это подтверждение. Но он должен быть выше, потому что так женщине сложно уважать мужчину, если он полностью у нее под каблуком, не так ли? Женщины с этим согласятся. Поэтому они хотят, чтобы он был немножко сильнее, немножко сильнее. И для этого ему дается миссия. Раньше у мужчины была всегда миссия или цель жизни. Сейчас, может быть, и нет, потому что мужчины слабеют. Но в сознании Кришны цель уже есть. Шрила Прабхупада определил каждому мужчине в сознании Кришны цель. Слава Богу. Но если он на ней сосредоточен, то женщина его будет уважать очень сильно. Если он сосредоточен на высшей цели жизни, если он достаточно силен в этом, тогда появляются дети в сознании Кришны, счастливые семьи, благополучие. Это можно наблюдать там, где сознание Кришны уже вот как бы живет. Например, Шрила Прабхупада, его семья, или семья Бхактивинода Такура, так или иначе, они были успешны. Хотя Шрила Прабхупада, он не считал свою семью идеальной. У него была другая цель, но в принципе это проявлено, например, в Индии, потому что там эти культуры и традиции сильны. Здесь нам сложнее, потому что мы не воспитаны в этой атмосфере. Ее нужно воссоздавать. Причем воссоздавать, учитывая менталитет, время, место и обстоятельства. Мы не можем все прям скопировать в чистом виде. Мы должны приспособить это к нашим реалиям, иначе это будет, ну, как бы неадекватно выглядеть. Нужно уметь это приспособить. Потому что если мы не можем приспособить, мы не понимаем, что такое отношение. Например, мужчина и женщина могут в сознании Кришны думать, что нужно пренебрегать друг другом, когда речь идет об отречении. Шри Шри Джаганнат Баладев Супадра Ки Джай. Но пренебрежение и любовь, это, и пренебрежение и отречение – это разные вещи. Например, не нужно отказываться от нежных чувств. Мужчина и женщина не должны отказываться от нежных чувств. У них должны быть нежные чувства. И мужчина учится этому у женщины, вот чувствительности он учится. А женщина, у нее развита интуиция, он может этому у нее научиться. А женщина у мужчины учится чему? Разум, она учится принимать у него вот этот разум, постановку цели. Но так они создают вместе идеальный союз, вместе, который нельзя назвать браком. Брак – это калиюжное название. Брак – это что-то негативное. Только услышишь, и сразу кажется, что что-то плохое. Здесь союз, семья – это более правильно. Чтобы поддерживались глубокие отношения, муж и жена должны научиться вместе испытывать определенные эмоции. Это сближает. Например, как вы думаете, какие отношения, какие эмоции сближают людей? Нужно, чтобы были эти эмоции. Иногда кажется, что вот мы стали как бы чужими друг для друга. Вот нужно уметь поддерживать глубину отношений. Глубина отношений поддерживается совместными эмоциями. Например, когда мужчина и женщина вместе поют киртан и достигают в этом киртане определенного транса, они могут испытать вот такую духовную связь друг с другом. Затем также негативные эмоции тоже могут сближать. Если вы хотите сблизиться, то нужно вместе испытать, например, стресс. Понимаете, о чем речь? Стресс. Вместе пойти на санкиртану, например. Если вы вместе пойдете на санкиртану, вы испытаете совместный стресс.
Людей это сближает, поверьте. Например, люди, вместе пережившие, например, войну. Такие семейные пары не распадаются. Ну, скажем, ветераны войны, заметили, как они долго и дружно живут вместе? Потому что они вместе пережили сильную эмоцию, пусть даже отрицательную, но они вместе, например, выживали во время войны. Мы можем вместе выживать во время санкиртаны. Как у Высоцкого есть песня, он говорит, если хочешь проверить друга, возьми его в горы. Понятно, в горы, это значит, лезть нужно куда-то, очень тяжело, там каждый, знаете, застонет. Там-то проверится, кто друг, кто враг. Вот муж и жена, они вместе проходят огонь, воду, медные трубы. Вот если они выстаивают, то их отношения становятся такими глубокими и ценными, что они прокладывают путь, целую традицию, по которой затем хотят следовать их потомки, поколения. Друа Махарадж здесь оставляет после себя потомков, которые идут во след ему в его традиции. Раньше все ведические семьи обладали такими сильными традициями. Поэтому сознание Кришны – это оно за семью. Иногда говорят, что сознание Кришны разрушает семьи. Это не так. Сознание Кришны не разрушает семьи. Семьи разрушают что-то другое. Невежество, фамильярность разрушает семьи. Гордость, гордыня разрушает семьи. А сознание Кришны никак не может их разрушать, но оно соединяет, соединяющий фактор. Но иногда в сознании Кришны бывает одна проблема, когда мы развиваем знания, культивируем знания, но не развиваем смирение. Появляется гордость. Тоже ко мне на консультацию однажды пришла женщина. Женщины чаще приходят, потому что они переживают об этом. Она тоже не была в сознании Кришны, но она пришла с проблемой, что муж хочет с ней развестись, он даже ее побил, а она на него написала заявление в милицию. Представляете, такая вот семейка. Я говорю, а почему он вами недоволен, вы же любили друг друга, у вас даже дети есть. Она говорит, да, но он стал слушать лекции. Я говорю, какие лекции? Она говорит, ведические. И теперь, говорит, хочет со мной развестись. Я говорю, как же так, слушает ведические лекции и хочет развестись? Она говорит, да. Потому что, говорит, я совершенно не соответствую. Я поняла, что я не соответствую этим ведическим стандартам. Понимаете, что происходит? Не нужно соответствовать этим стандартам. Нужно их иметь как эталон, как цель. Но также нужно понимать себя. Если я не соответствую, или он не соответствует, или она не соответствует, это не значит, что нужно разрушать семью. В этом случае это знание становится вредным, посмотрите. Если так его понимать, оно же становится вредным, оно же разрушает. Нет, нужно просто знать этот стандарт, а затем понять себя по отношению к этому стандарту, где я нахожусь, и потихоньку двигаться к этому золотому стандарту, ничего не разрушая. Иначе, видите, вред, что люди не знают, как применить это, учитывая время, место, обстоятельства. Такие примеры бывают. Вот такое вот знание. Потом, кроме знания, мы должны также учесть фактор Кали-юги, фактор своего рождения, понять, ты сам-то заслужил, что ты требуешь к себе золотого стандарта, не заслужил, прими то, что тебе дано по судьбе, и сделай из этого что-то хорошее. Поэтому Бхагаватам дает нам золотой стандарт, но мы должны к нему подойти правильным образом. Не то, что сразу использовать это как булаву, чтобы рушить все. Это будет тогда непрактично, будет неприменимо. Это надо правильно понять. Если, допустим, вы не видите, мужчины могут Прабху не видеть перед собой Ишту, достойного преклонения женщину, это значит, что он просто гордый. Значит, что я просто гордый, вот и все. Или женщина не видит достойного мужчину, мужа, или он недостойный, или вообще их нет, то это тоже признак какой-то гордости. Лучше присмиреть немножко, а может даже множко. Чем смирение, тем лучше. Тогда вы увидите гораздо больше достоинств, больше всего хорошего вокруг. Ну, лучше такие выводы делать из всех этих вот примеров и постепенно развиваться в сознании Кришны. Несколько мыслей. До 9 у нас. Ну, по моим часам есть 2 минуты. Вы можете спросить что-то. Эта тема большая, но здесь Прабхупад дал маленький комментарий. Есть вопрос из интернета. Вопрос от Матаджи Ананда Лилавати.
Харе Кришна, мои поклоны. А в служении Кришны, в сотрудничестве между Матаджи и Прабху, какую роль должна играть Матаджи? Также с любовью все говорить? Она должна быть осторожна, если она общается, если это брамачари. Если она общается с брамачарием, она лучше не должна общаться с брамачари. Брамачари не общается с женщиной, потому что он не считает себя мужчиной. Он считает себя душой. У него такая позиция. Но когда появляется чувство собственности по отношению к какой-то женщине, то ему пора жениться, означает. И если хочется общаться, допустим, с женщиной, девушкой, матаджи, с каким-то прабу, то они должны строить правильно эти отношения, выстраивать их. Но, тем не менее, звучит как-то так непрактично. Нас же вот много, мы все вместе, мы как-то должны взаимодействовать, правда? Поэтому нужно уметь общаться на уровне, как бы, такого, деловой стандарт отношений поддерживать. То есть нужно знать, как общаться с уважением, и тогда будет все хорошо. Если мужчина и женщина знают, как общаться с уважением, то они не будут пробуждать не те чувства. Ведь чувства бывают разные. Например, брат и сестра, они же могут общаться без вожделения. Как им это удается? Они же тоже противоположного пола. Потому что природа брата и сестры, она несоединима. Вожделение там не работает, там другая энергия работает. Точно так же мы друг на друга должны смотреть, как на брата, сестру, или как на мать, на женщину. Соответственно, на мужчину, как на отца, можно смотреть. Вот таким образом. То есть поддерживать такой вот тип отношений. Тогда можно общаться. Тогда можно поддерживать. Это вопрос самодисциплины. Если я чувствую, что я не могу этого поддерживать, то лучше тогда дистанцироваться и учиться правильным отношениям. Что еще важно, не должны наедине общаться, они должны, ну, в коллективе можно общаться. То есть здороваться можно друг с другом, не то, что нужно все время не здороваться, не замечать друг друга, это плохо. Это как бы некультурно. Поздороваться можно, но нужно знать как. Насколько долго можно смотреть друг на друга, нужно знать. Слишком долго мужчина и женщина не должны смотреть друг на друга, если они муж и жена. Потому что чувства начинают возникать. Значит, нужно уважать вот эту природу друг друга и уметь общаться просто правильно. Что значит уважать женскую природу? Ну, уважать означает, что значит уважать женскую природу? Женская природа – это мать, прежде всего. Это особое священное понятие, потому что мать, она по отношению к детям испытывает чувства, подобные чистой любви, почти духовной. Они бескорыстные, почти бескорыстные. И мы все живем, опираясь на это чувство матери, которое вложило в нас когда-то вот это бескорыстное чувство. Мы все затем заряжены этим эталоном, мы ищем этот эталон. Кто еще будет нас любить так же? Поэтому это священное понятие. Если вы женщину так понимаете, то и к ней так относитесь, она это чувствует, и вы получаете от нее благословение в этом случае. Мужчина может тогда быть брамачарием. Женщина как бы майя, как иллюзорная энергия. И женщина, как ее представительница, она становится доброй по отношению к нему, благословляет его, когда он ее уважает. Но когда он смотрит на нее с чувством собственности, она побеждает его, потому что она сильнее. Майя сильнее. Нельзя на нее смотреть с чувством собственности. Но если с уважением и почтением, то тогда она становится как мать и благословляет. Нужно так видеть любую женщину, кроме своей жены. И жену тоже иногда нужно так же видеть. Да. Ну, я не думаю, что всегда как к сыну. Иначе он останется ребенком. Иногда, как к сыну, когда, например, он болеет или ему нужна поддержка. Но иногда нужно к нему относиться как к герою. Чаще всего как к герою, чтобы он проявлял героические качества. Если он будет ваш сын, то вам придется быть героиней, матерью, нянчить его. То есть 5 ролей, не забывайте, не только как к сыну. Интересная тема, судя по всему, но время... Время. Мы график нарушим. Так что я должен остановиться. Спасибо вам.
За внимание Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай. Итай Гоура Примананды. Всех с наступающим Новым годом. Я не могу сказать, что 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 я не могу сказать,